Блин, я вот сейчас ругаться начну. Третья попытка записи. Чё ж у меня запись останавливается? Запись остановилась, потому что 15%, 19% записи. Ну, вы представляете, да, какой-то бред. Еще раз 30 минут снимал, еще раз 30 минут промаха. Да что-то... Давайте заново. Короче, ребят, такой у нас ситуация выходит, что у нас был сильные споры, были сильные разногласия по поводу топ-реф на сервере ТОПС, потому что каждый стучит себя в грудь, что он является или иным топовым игроком, что он самый лучший, что он самый сильнейший, что лучше него никого нету. Однако в основном все просто друг на друга кричат. И было провести такой как бы опрос, во-первых, сложно, во-вторых, редколлегии составило нас 20 человек, из них мы все опять между собой переругались. Как бы, ну, кажется, они, я их слушал в основном, что то, кого вставлять, не хотят, конечно, вставлять всех, но получается, все-таки надо выбрать определенных. Просто смотрите, на топ-2, например, рассчитывают там 4-5 человек. Вот. Их же всех не будешь, чтобы все топ-2. А нужно из всех и них выделить одного. А это тоже непросто. Поэтому мы все-таки так, знаете, присмотрелись и решили выставить. Как вот получится. А, сразу говорю, список будет являться не 100%. 100% будут являться только первые места. И как бы вы сами должны понимать, что в PvE и в PvP надо тоже смотреть. То есть Рей это и есть PvP персонаж. То есть он сильный в PvP и это достаточно сильный персонаж. Поэтому мы сделали два списка по 5. То есть, а остальные там до 10 это уже там просто намечается по 5, по 6, а то и по 10 человек на каждое место. И как бы это глупо и неправильно. Поэтому мы сделаем просто первых 5. Давайте снова. Снова у нас PvE занимает номер один. Это у нас косой. Это же квас, вот он является ЧСВшником. Давайте сначала прочту сейчас про него. А что читать, я уже выучил про него. Читать, третий раз уже читаю. В общем, косой является главой гильдии Wanted, является ЧСВшником. А, что еще о нем можно сказать? Говорят, сходят слухи, что у него фул фаталка, кстати, я в это не верю. Говорят, еще говорят, что он самый богатый игрок серии, в чем, собственно, я, кстати, удивился. Я думал, это я, ну, ладно, значит, не я. Ой, извините. Так вот, конечно же, он здесь плюс 10 кредитованные. Это бабки не ходи. Он является топ-1 в PvE персонажей. Говорят, что по отзывам, говорят так. Он ЧСВшник, в то же время сильный лидер. И вот эти лидерские качества, они как-то вот с ним, вот с ЧСВшником борются. То есть, и его, говорит, не поймешь, что он хватает, говорит, резиновый свой член и скочит, как дебил, говорит, по всему этому серверу. А иногда, говорит, переключаются, и он, говорит, адекватный человек и реально хороший, правильный человек. В общем, говорит, ЧСВшник, и вот эта ситуация с ним как-то тяжело, говорит, поэтому он очень мутный человек. Однако просили добавить, что он у нас топ-1 по рейтингам. Я вот, кстати, сегодня только об этом узнал. Туда никогда не сувался, вот он. Вот так вот про косово говорят. В PvP... Я посмотрю, сейчас мы его внесли в PvP. Да. В PvP он топ-2 занимает. Ну, до топ-2 мы еще дойдем. Итак, поехали у нас. Второе место занимает по PvE, это Кроватка. По нему тоже есть отзывы. Это бывший какой-то игрок. Бывший игрок Стицкер, и он является трап. Трап, что такое трап? Тропинка, трап, трап. Ну, в общем, каким-то трап, бывший трап. То есть, оу. О, нет, читать не буду. В общем, бывшим трапом является это игрок Стицкер. О нем говорят, что... Да ну, не является ЧСВшником. Говорят, в ПВП он вообще никто, но в ПВЕ бешеный переточ. Давайте искать кроватку. Трап. О, господи, что я прочитал? Ладно, я это стирать уже не буду, уже третья запись пошла. Давайте искать кроватку. Во-во-во-во-во-во, пролетел. Не того смотрю, вот он. Да, ну весь плюс 10, все понятно. Картарис, да, вот это ребята по книгам. Кстати, Кроватка со мной сам связался, очень, вот мой отзыв, очень адекватный человек. Ну, да, вполне сам связался, сам даже наводки накидал, какие знает. Смотрите, я все-таки считаю, что в ПВЕ этот парень очень, очень, очень крепкий. Смотрите, у него что есть. Надежность. Так, извиняюсь, ребята, надежность есть. Ну, неплохо. По отзывам я вам уже рассказал, кто такой.
Да, ребята, тут видно. Рука денег так, знаете, погладила. Неплохо, неплохо. Я, конечно, даже со своим иском даже рыпаться в его сторону не имею права. Это является, ребята, топ. Так, кто у нас она? Топ-2. Давайте-ка посмотрим и взглянем, есть ли у нас ПВП одежда. Вот, ребята, давайте-ка взглянем. Вот ПВП одежда. Ну да, ребят, понимаете, да, что парень только-только набирает обороты по теме ПВП арены, всей этой ситуации. Пока что, конечно, указывать его смысла нет, но это также, я просто вам показываю, что это является топом 2 ПВЕ. В то же время еще и ПВП показал, то, что у Тека она все-таки есть. Итак, топовое место у нас третье, занимает там аж 4 человека. В итоге выделили всего одного. Сказали, парень, демон. Демон, 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 давайте смотреть его. Я его сегодня добавлял, даже читал его. Демон, вот он. Это у нас является топом 3. А он туда упал, все понял. Топом 3 является. А почему топом 3, если он с пушкой плюс 9? Почему что-то какое-то у нас, ребята, недоразумение получается по теме. Ну, его, наверное, только из-за фаталки и добавили. В общем, ребята, я, конечно, не согласен с этим мнением. Но сказали, что это является топом 3 демон. Сказали, что не ЧСВшник, тихий, невидимый. Делает свои дела и уходит в основном. Сказали, что общительным его не назовешь, но однако он все-таки, если с ним общаться, то общается по сути. Скажем так, ну хорошо, хорошо. Пусть будет так. Я удивлен. В ПВП я его, конечно же, не видел, потому что я его вообще впервые в жизни вижу. Так. Так. Кто у нас? Четвертое место Бумов. Бумов, Бумов. Я вот сегодня только его смотрел. Давайте-ка посмотрим. Бумов. Это у нас четвертое место по ПВЕ. Тоже плюс 9. Плюс 10. А, ну у него... Да, к сожалению, у него... Из оружия, по-моему, только лук плюс 9 есть. Но у него получает тритонов и крит. Сокрушающий браслет Чернобога. Говорят, фул крит даже у него есть собранный. Поэтому его вносят в четвертое место. Но его, скорее всего, в четвертое место вносят, потому что у него очень много книг. Разумеется, что у всех этих ребят, кого мы список вносим, они все, разумеется, с книжками. А вот Гарри Поттер я на 5, на 4 поставил. Однако... А, по Бумову еще вот что. Говорят, что не ЧСВшник... Да ну нафиг, серьезно? Я его ЧСВшником считаю. Не ЧСВшник. Говорят, мутные дела за ним крутятся. Какие? Ну, это в плане китства, но это, говорит, не доказано, так что можно не носить список. Говорят, еще отзывчивый. Да ну, тут прям как будто не этого Бумова смотрю. Отзывчивые говорят. Все, пока что все о нем. Гарри Поттер. О, это будет сложный человек. Так, а у нас он. Гарри Поттер есть у нас? Ага. Гарри Поттер. Наверное, на H начинается. Майклов. Значит, в сети, ребят. Гарри Поттер, вот он. Так, по Гарри Поттеру. Ага, ну все понял. По Гарри Поттеру это является, ребята, не ЧСВшником. И говорят, что человек очень отличный. То есть общительные говорят очень о нем. Что о нем еще говорят? В основном, говорит, делает свои дела и уходит. То есть в основном нигде не светится ни на мировом чате, и нигде. Говорят даже, что у него и мировой чат отключенный. Это уже слухи, конечно же, ребят. Это у нас является пятое место. Ребята, сразу говорю, что есть куда сильнее, ребята, чем вот эти вот от второго места. Нет, второе место кроватка, это его положенное место. Тут, ребята, с ним не поспоришь, потому что там реально фулл сет фаталки, а фаталку сейчас по 7, по 6 миллионов торгуют, ребята, сами понимаете. Борзеют. А борзеют почему? Потому что все эти места берут винчестеры. Вот так вот, ребят. С этим у нас беда. Поэтому второе место кроватка официальное. Третье место демон официальное, я думаю. Демон реально там прям фулл сет фаталки, конкретно такой жирненький парень.
четвертое место Бубу, в пятое место Гарри Поттер. Вот так ребята выставили места. К сожалению, я с этим списком не согласен. Да, с косым согласен. Косой топ-1, кроватка топ-2. Тут я согласен. Ну, вот с остальными местами немножко мне не нравится. Единственное, вот по ПВП сильно много споров было, слишком много мы ругались со всеми там, прям в итоге итоговые места никто не смог нормально указать. Единственное, со всеми все согласились про медовик. Сказали, это самый сильный рей в ПВП, лучше него никого нету. Я, хотя ребятам говорю, слушай, а как же косой? Косой это рак, сказали так. В ПВП он вообще, да, он что-то делает, но сказали, что ума у него, ума он в этой теме не блещет, поэтому топ-1 медовик. Медовик, сказали, его даже разносит только в путь. Медовик, давайте посмотрим, какая есть. Я в ПВП смотрел, ребят, он слабенький, честно сказать. Я бы его и хотел бы и в другой список внести. Вот и как раз его ПВЕ. Арбалет ледяного шторма. Разумеется, наверное, плюс 10, да? Да, плюс 10. Но нету фаталки. Ну и крит полусет собрал. Неплохо, неплохо, ребята. Неплохо. По книжкам, разумеется, у него тоже есть все для ПВП, поэтому он является топовым 1. А давайте-ка мы посмотрим-ка его ПВП одежду. Итак, давайте-ка взглянем на ПВП одежду. Ребята, я сейчас смотрел, это все плюс 10. И даже лук. Вот так он выглядит. Говорят, тащит как бог. По отзывам о нем. Давайте-ка прочитаем. Ух ты, ничего себе, самый уважаемый игрок. Игрок среди ПВП-реев. Ну, понятно, он же топ-1. Говорят, отзывчивый. Угу. Ого, даже не ЧСВшник, не ЧСВшник. Тихоня. Кстати, а мне человек это понравился. Тихоня, говорят. Угу. Ага, даже так туда. Вот сказали, так и пишут в основном. Сказали, в основном ПВП занимается, то есть... ПВЕ он особо ничем делами не занимается, сказали так. Вот так вот сказали. Сказали, что очень долго находится в скайборнах. Очень долго. Хорошо, хорошо. Ваше право, ребят, я не спорю. Итак, и это, ребята, является топом 1 ПВП сервера Рутопос. Люди часто мне говорят, типа, ну он же, я вот сам им этот вопрос задал. Ребята, говорю, а он же не одетый. Он же даже не фул величие. Есть взять тех же, да, самых, да, ребят. Помните, наверное, самый мразь топоза у нас. У нас сейчас, конечно, топ-1 занимает не мой, но вот у него до немого был Монтана, такой рей. Мне говорят, что он даже эту Монтану ложит. Монтана, да, там, конечно, вообще дикий-дикий человек. Я бы сказал, с дерева только слез. Однако, сказали, медовик очень сильно рукастый. Прям вытаскивает все на свете. Поехали. Косой. Его теперь найти надо теперь. Я его точно в друзья добавлял. Косу, вот он. Клик. Да ну брось, он что, ПВП топ-2? Ага, ну все. Смотри-ка, оделся все-таки ПВП. Я ему писал, молчит. Вот это является топ-2. Как? Такое существо не может одолеть медовика. Я вот до сих пор не понимаю. Люди все со мной спорят, говорят, нет, топ-1. Все, и это, говорит, неизменное его место. Он его держит уже год. Как? Ну я смотрел, да, как медовик играет. Да, он реально рукастый. Он как, знаете, из фильма «Белый тигр». Он знает, как и что делать. То есть он не трухнет и сильно так гордо себя не поведет, что от чего стреляет. Он сделает так, как надо. Он выжимает с рея все 110%. Хорошо. Хорошо. Я просто до сих пор не понимаю, как его косой не ложит. Ну не может быть такого. О, ладно, 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 все. Не спорю. Тут спор был. Да, 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 ребята. Все, я вижу, как вы спорили. Хорошо, хорошо. Пусть вы все-таки выставили. Подожди, кого выставили? Сейчас, секунду, ребята, у нас тут несостыковка. Сейчас я уточню у ребят, почему-то они все-таки двух людей выставили. Двух я не имею права выставлять. Угу. Ну, ладно. Ладно, все, мы все-таки стыканулись. Получается так. Выставляли Краса Питараса и выставляли Гарри Поттера. И в итоге они от коллеги посоветовали, сказали выставлять Краса.
Так, давай, окрас это, мы ему давайте побольше времени уделим. Ну, разумеется, я его в друзья не добавил. Ну, такой-то и ник у него. Давайте теперь его искать. Вот он как раз. Ага, вот давайте сначала я все-таки, ребят, добавлю от себя, что я о нем знаю. А остальные скажу то, что тут записали мне. Давайте-ка мы его взглядим. Это у нас топ. Конечно же, у меня его PvP одежды нету, потому что я с ним вообще никак не сотрудничаю. Так, поехали. Так, что я о нем знаю? Это старейший игрок Топаза. Нет, он не самый первый. Но он очень старый. То есть, понимаете, когда я еще в игре был, если это тот крас 6 уровня Рей, который кинул пацанов на голд кидал. Там он не массово, он на большие суммы только кидал. Если это тот самый Рей, вот спросите у этого краса. Ты ли тот Рей, 6-й рейдер крас? Потому что ник точно такой же. Если это он, то это очень старый игрок Топаза и очень старый китов. Сейчас он не кидает людей. Вот что я о нем знаю. Раньше был, не был ЧСВшником, потом борзеть начал. Сейчас является ЧСВшником. А это мое мнение, ребят. Ничего-то сейчас. А теперь давайте почитаем. Крас. Это... Да, ЧСВшник, все понятно. Тут вот... А, тут даже попросили записать и даже подчеркнули. Хорошо. Крас это подстилка Снорлера. Короче, тут какой-то Снорлер бегает. Говорят, что он разработчик. Если бы он был бы разработчиком, я бы его знал. Я его, если тот, это, если бы это был Снорлакс, если это тот самый Снорлакс, тогда согласен, возможно, потому что у нас был такой один человек модератором Снорлакс, он был на горах, так сказать, рогом. Ну, это мое, как бы, то, что я знаю. Ну, короче, является подстилкой Снорлера. Полностью его слушается. И Снорлор как бы говорит, пишет, что он разработчик. Нет, ребята, я с этим не согласен. Скрас продает голду. Ну да, это все понятно. Это является продавцом голды. Куча раз говорит, пытались его банить. Его не банят, потому что... Ну, ага. Потому что он бегает под Снорлором. Вот почему они просили его удалить. Ребята, по поводу продавцов голд. Я вам так скажу. Продает он у разработчиков вот такое мнение. Человек, если донит более хотя бы 7 тысяч в месяц, более 7 тысяч в месяц, человек считается уважаемым, и его блокать, банить никто не будет. Понимаете? Также это является по поводу краса. Да не, ну все, додумайте разработчики, все знают, что он продает колд. Все знают, что он продает колд по самым низким ценам. Ну, никто его банить не будет, потому что он донит, понимаете? Вот если такое напишет серьезный человек, который реально много донит, еще больше него, тогда примут меры. А то, что вы там пишете, это ребят, не считается. Вот так вот. Кстати, Крас, это ты меня будешь смотреть, это не я говорю то, что ты под Снорлером бег. Я Снорлера вообще не знаю. Так что имей в виду. Потом мне слезно в чат мне в личку не пиши. Но я тебе даже в чат сейчас добавлю, на всякий случай, чтобы на туре мне не писал. Так. Гарри Поттер. Давайте опять смотреть его. Сейчас паузу поставим, я посмотрю, может у меня его фотка есть. Вот. Машина плюс 10, ребята. Как он не ложит медовика? Ну я вот до сих пор, ребят, я с вами... Я вот, честно говоря, я не понимаю. Я Гарри Поттера на арене встречал. Он реально хорошо играет. Ну, я не понимаю. Вот почему меня никто тупо не... Либо бы вы меня все зарофлили, либо я не понимаю. Ну, так-то ряд коллеги, ребята-то серьезные там, блин. Ну, я не понимаю. Ну, вот он плюс 10, ребята. Он и с книжками бегает, понимаете? Он недостаточно старенький игрок-то. Ваше право. Ваше право, опять говорю. Я просто не понимаю. Вообще, пятое место у нас претендует около 10 человек. Так, давайте мы вам просто вкратце покажем лучших из лучших. Лупа за лупи, он же подзалупник, он же лупа за пупи, он же не мой, ой, не мой, он же не лупа, он же Монтана лох,
паладин. В общем, дофига у него ников. А, это тоже как бы претендуется на пятое место. На пятое место претендуется Бзепс. Также о нем давайте отзывы. А, уже голый. Ну, у меня все-таки скриншоты есть. Ребята говорят, что он ЧСВшник, неадекватный, бьет себя, стучит в грудь, что он является топом 1. В кои веке, кстати, он не является, пишут так. Ага. Сам имел с ним честь беседовать. Я не согласен с этим вердиктом, что ну ладно, если коллега решил, значит так оно и есть, но я с этим не согласен. Говорят, что очень активный игрок на арене. В PvP, говорят, не очень PvP-шится. Ну, стремится, значит, руки говорит, с того места растут, значит, скоро будет и топовым. Так что, ребята, ну ладно, ждем. Бзепс, если ты меня будешь смотреть, давай, я тебя жду. Через полгода я обязательно буду снимать повторный видос, и думаю, ты там чуть выше поднимешься. Смотрим дальше. Кто у нас еще отличный PvP персонаж? Платиновый. Точно. Почему-то я, кстати... Так, давайте-ка посмотрим сначала на скриншоты. А вот теперь у меня вопрос к редколлегии. Опять вот. А, нет, вопросов нету. Платиновый это занимает строго пятое место. И никто его оттуда стиснуть и сместить не может. Разумеется, весь плюс 10, ребята. Тут не поспоришь. Ну вот как он не ложит медовика? Ну как? Я не понимаю, ребят. Честно, я сейчас, конечно, выложу YouTube, ребята. Вы меня сразу прошу вас, не ругайте. Я сам не понимаю, но так вот оно и есть. Вот. Медовика никто не ложит. Это является топом 5, ребят, очень серьезный. Очень серьезный аргумент. Но в ПВЕ вообще никто. Прям, мягко говоря, вообще слабенький он. Так, давайте-ка посмотрим. Да, я попал, это вон и есть скриншот. Вот, ребят. Вот так он одет. Так, по отзывам о нем. Является ЧСВшником. Ну, ребят, я не знаю, я сам с ним беседовал. Ну да, у него есть такой, ну это видите, ребят, тут у нас был, у меня был с ним конфликт по поводу Винчей, когда я там находился, он там слишком много на себя берет, плюс там кто-то нас, там у них какую-то там Ноктюрну слил, и были разборки, и он решил, что это я, без доказательств, без всего, просто меня хлопнул, поэтому я с ним конфликтовал, как бы, да, и, ну мне как человек он не нравится, честно говоря, но, по крайней мере, когда я ему написал, он с ума не сходил, нормально среагировал, тот же взять косой. Да, косой меня прекрасно прочитал. Он прекрасно видел, что я ему написал. Он прекрасно знал, что я ему написал. Понимаете? И я прекрасно знаю, что он не АФКшил, он реально там делами занимался. Он то ли паука своего сливал, то ли еще что-то. То есть у него. Он стоял просто в игре. И он знал об этом. Я дал его 5 минут. Он не ответил. Ну, вот это вот. С косым, да, ЧСВ. А ну тут вот. Платиновый говорит, ЧСВшник является каким-то правителем. Является каким-то правителем. А, нет, наследником, что бегает под Микс Про. Микс Про это у нас глава винчестеров. Вот если кто не знал. В PvP он такой. Ну вот машина. Машина, ребят. Претензий нет вообще. Мне со своим искателем никого из них вообще близко не положить. Ну, с каким... Ну, я смотрю, ну, 7000 хп, ну, это куда? 7300, кого я там? Я силу 5 ему успею снести. А у него по-любому искажение висит, если он топ-5 PvP входит. Давайте-ка еще посмотрим, может, у меня еще кто-то есть. Так, вроде бы, ребят, мы всех прошли, кого мне указали. Хотелось бы, конечно, отдельно всех поблагодарить, кто мне помогал. Потому что, ребят, серьезно говорю, это очень сложно. На самом деле очень много спорных моментов, очень много людей спорят, очень много людей как бы между собой ругаются, потому что я и сам, честно сказать, очень сильно много спорил со всеми. Я ни с одним местом, кроме Косова и Медовика, не согласен. Косой это Косу, глава Вантадов, если кто не помнит. Так, вроде бы вот, если кто не помнит, ребят, вот так вот. Позвольте, я вам повторю. Топ ПВЕ Реев Топоза является Косой, Косу, Кроватка, Переточь, Переточь, Демон, Переточь тоже. Бумуф 4 место держит. Гарри Поттер 5 место держит. По ПВП 1 место Медовик. Не понимаю. Ну ладно. Косой. Ага. Вот тут опять я не понял.
Топ-3. Отдали красу, все верно. Тут зачеркнуто все. Топ-3 по ПВП держит крас. Топ-4 держит Гарри Поттер. Пятое платиновый Рэй. Там же с ними дофиг куча людей, но я все-таки, ребята, всех вам, кого назвал, я все-таки выделю вот именно Зепса, Лупа Залупи и Платиновый. Платиновый среди них, конечно, на первом месте. Вот так вот. По счету хотелось бы пожелать Зепсу, который там люди часто пишут, что он там в грудь стучит. Но, ребята, если в грудь стучит, значит неспроста. Тем более я сам на его на арене так встретил. Неплохо. То есть осталось только набраться опыта и одеться в ПВП, а может быть и в пол через полгода он нас всех напинает. Вот так вот. А по поводу теперь вопросов, которые мне задавали. Давайте, пожалуй, я вам, ребята, соизволю ответить. Первый вопрос. Не часто, ребята, вы мне все пишете в чате. Я ребята, все вижу. Спасибо, что вы мне, конечно, пишете. Вы мне все помогаете на эту тему. Почему ты не редактируешь видео, не вставляешь музыку и тому подобное? Ребята, ну, 200 подписчиков. Вообще было вообще 60, когда я начинал повторно снимать, и люди сами растут. Я не прошу лайков, не прошу комментариев, ничего не прошу. Прошу только одного. Если есть вопросы, задавайте в личку. Если хотите контент 50 тысяч получить, добавляйте мне в личку, пишите мне в личку в игре, либо в комментарии в Ютубе. Я буду смотреть, если это имеет место быть, если я это буду снимать, то я вы получите 50 тысяч. Дополнительно еще можете получить еще 150, если вы будете сам лично участвовать. Допустим, вот мне пишет парень, давай топ-5 реев. И писали все, я сам планировал это сделать, но помочь как таковой никто не хочет. Ребята, я иск, я не рей, я не знаю, как у них там со стороны все это выглядит. Поэтому приходилось нанимать, просить реев, брать их в редколлегию, они, ребята, все реи, конечно же, старички игры, можно сказать. И они мне помогали в этом плане. Как производился подбор? РФ, вы тоже знаете, я вам уже сказал. Еще один вопрос, который мне задавали. По счет, типа, ну, по их счету, ты же, говорит, почему пиз, такой есть Рэй, пиздюк его еще называют. Есть такой искатель, ой, не Рэй, это искатель, который, ты, говорит, не внес список. Да, ребята, я знаю, я сам его хотел внести в список. Да, он переточенный, да, он заточен, да, он в ПВП одетый, как не знаю что. Да, он не ЧСВшник. Но у него нету книг, понимаете, ребят, он вообще отпадает от всего. А сейчас люди, некоторые люди пишут, а у него есть книги, а другие пишут, у него нет книг. Но извините, ребят, контент-то подходит. Я не могу вслепую пальцем ткнуть на него. Я даже с ним не соизволил побеседовать, потому что его нету, не было в сети. Вот и все. Что еще по вопросам? Просили топ-5 палов, топ-5 магов. Ну, ребят, по магам, да. Тут по магам, магов у нас очень много, рукастых очень мало. То есть тут опять, видите, спорный вопрос будет. Но топ-5 магов, наверное, мы будем рассматривать, скорее всего, в ПВП. Блин, или в ПВЕ тоже. Вот видите, опять и там. Это очень сложно, вот так сказать. Что еще вопросы задавали мне? По каким? Так, сейчас посмотрю. Ага, вот. По топ-паладинам. Но паладинов у нас, ребят, не так много. Поэтому топ-5 друидов тоже. Но по друидам я сам лично еще буду участвовать, потому что я сам друид бывший, кто помните, я своего персонажа друида вайпнул. Вот. Поэтому имейте в виду. Скоро будет. По поводу контента. Дополнительно, еще раз повторяюсь. Есть идеи, пишите. Разрулим, решим. Те, кто, ребята, мне часто пишут, я перешел к вам с Руби или с Руамбера, чтобы, раз ты здесь есть, я буду вам помогать, там, с нами участвовать. Милости прошу. Пришли в игру, пишите, я чем-нибудь там подсоблю. У меня мусора много, на самом деле. Всяких петов, костов, всякой этой ситуации. Я вам, в общем, поддержу, помогу. Также, ребята, я по мерсенариям вас позову. И, в общем, ждите следующее видео, так сказать. И да, сильно меня не ругайте. Я сам не согласен со списком, мне самому список не понравился. Ну, что есть, то есть. Это к тому, что реев много. Добавлю.